Да ёп. Это было время, когда один пилот, подлетев к другому на своем самолете, при израсходованных боеприпасов мог тупо, блядь, из кабины высунуться и шмальнуть тому, блядь, висок. И стабильно, блядь, шмаузи, хуй там попал. Ну, и пиздец. Да, вон оно как было. Между прочим, Красного Барона союзники похоронили... Ну, союзники, те, которые там вот это против Антанты, или как она, блядь, называлась. Вот, короче. Тройственный союз, Антанта, вот вся вот эта вот... да. А он там летал. Как его называли? Летающий цирк из Пруссии. Ну, короче, вот в чем дело-то было. Его-то убили все-таки, да, сбили. А потом союзники же, ну, враги его, по сути-то, да, хоронили с воинскими почестями во Франции.